Ну а сейчас мы с вами будем наблюдать за выступлением 10 пар. Именно 10 пар принимают участие в чемпионате России. Причем очень многие пары, ну, что называется, с вами тренируются рядом в последнее время. Да, вот одна из них сейчас на льду. Уже появились первые участники произвольной программы в парном катании. Это Лина Федорова, Максим Мирошкин. Очень удачно откатали короткую программу. Вот. Но по тренировкам и зная Лину, могу сказать, что она готова дать бой, потому что девочка у нас, она такая боевая, очень такой растет, хороший боец для команды. Вот. Посмотрим, как сейчас получится. Конечно, ребята волнуются, первый стартовый номер и не самая сильная разминка. После успехов на юниорском уровне это, конечно, для них такой холодный душ. Ну, это для них вообще, по-моему, первый взрослый чемпионат, да, страны? Нет, они в прошлом году тоже были участниками чемпионата России. А, выступали уже, да? Ой-ой-ой-ой. Тройной тулуп был выполнен с ошибкой. Я не знаю, как судьи оценят, но очень прилично сделал. На самом деле, очень прилично Лина сделала. Докрутила его сегодня. Может быть, сама чуть-чуть на выезде не поверила и допустила ошибку. Но очень приличная попытка. Двойной аксель, двойной тулуп очень хорошего качества. Программа на музыку кабаре у ребят, она очень такая веселая. Мне нравится очень эта постановка у них. Они всегда создают настроение на тренировке, на тренировках своей этой программы. Все начинают танцевать. Тройной подкрут шикарно сделан. Высокая подкрутка, красивая, да. Очень. Что удивительно, в короткой программе был выполнен очень хорошо подкрут, но от судей ребята в распечатке получили оценки от плюс 3 до минус 2. То есть, а как такое вообще может вот быть? Это тоже нас всех очень удивило. И было интересно, какой судья мог поставить за такой подкрут минус 2. Но вот такое бывает, видимо, для кого-то было плюс 3, для кого-то минус 2. Ну, может быть, он ставил плюс 2, но забыл поставить черточку. Да. Тройной выброс Ридбергер только что выполнили. Ребята, очень хорошо. Видно, что Лина прямо работает на публику, старается каждую, считает каждый балл, каждый момент, где можно получить надбавку, ребята делают. Сейчас поддержка пятой группы Ласса. Тут с поддержками у ребят нет проблем, в принципе. Для них сегодня, насколько я могу сказать, это, по-моему, первый вообще взрослый прокат программы. То есть они юниоры, и эта произвольная программа сейчас у них длиннее на 30 или 40 секунд. И сейчас вот параллельно был выполнен Бильман элемент. В парном катании это уникальная вообще такая... Разошлись во вращении, но это... пережитки молодости, скажем так, потому что в параллельном вращении нужно очень много делать и очень много лет, чтобы параллельно его выполнять. Поэтому у них еще, я думаю, научиться. А кто-то еще делает вот параллельно? Я не видел ни разу еще Бильман. Вот для меня это, по-моему, делают только Федорова, Мирошкин. Это их уникальный элемент такой. Они всегда за него хорошие оценки получают от судей. И это реверси, тоже пятой группы поддержка. С провозом на одной руке, со сложным. То есть тоже четвертой группы поддержка получается. Сейчас Максим свою, опять же, растяжку продемонстрирует знаменитую. То есть не каждый мальчик может так ноги поднимать. Молодец. Сегодня просто все у ребят получилось, за исключением тройного прыжка. Но тройной прыжок, их юниорские соперники сегодня в голову закроют. Я уверен, что не тройной прыжок. Ребята пошли, рискнули и почти сделали. Почти сделали. Я думаю, они поднимутся в турнирной таблице, конечно, с этим прокатом. Два выброса. Сегодня просто молодцы.
Ой-ой-ой, ничего, устоял Максим, чуть было не клюнул. Главное сейчас не расслабляться. Да, идут последние секунды программы. И надо заканчивать. Ну, молодцы, опоздали опять. Ну, это, я думаю, все юниоры сейчас немножко будут в музыку опаздывать, потому что программы, конечно, они у них не так вкатаны. Эти взрослые программы, они... Но они большие молодцы, видно, что ребята очень рады. И устали, конечно, они очень устали, потому что мастерское катание для них сейчас. Лишний элемент, это лишняя поддержка для партнера, это большая нагрузка. И лишние 30 секунд, да, продолжается программа взрослая, до последних сеньорских. Да, да, ну плюс еще можно, то есть у них вот она продолжалась 40 секунд больше. Ну то есть эти 40 секунд, они, это большая разница, да? Когда, допустим, 4 минуты и 4.40. Ну, конечно, это колоссальная разница. И, то есть 4 минуты – это показательный номер для взрослых, в принципе. То есть 4.30, 4.40 – совсем другая работа. И, конечно, для них это испытание, для юниоров, катать такие длинные программы. То есть тем же, например, Тарасовым и Морозовым будет полегче, потому что они уже попробовали на универсиаде это, катать взрослую программу. Ну, мы с вами еще в предыдущем репортаже говорили о том, насколько бывает сложным переход вот из юниорского во взрослое фигурное катание. И вот как раз у нас есть возможность. Вот этот самый... Да, наверное, все-таки дедакшн поставят за это приземление, потому что надо было, конечно, постараться двумя руками не касаться, да, то есть как-то вывернуться. То есть посчитают как падение, да? Да, ну если очень строго оценивать, то это, конечно, падение по самым строгим критериям. От минус 2 до минус 3 будет тулуп оценен. Но самое важное, что он докручен был. И... То есть нам отсюда вот сверху хорошо, мне видно приземление, и это был чистый тулуп. Лед еще не закатан, то есть первая пара всего каталась, все очень хорошо видно приземление. И... Они потеряют в уровнях немножко, не торопились, вот где-то недовращали какие-то моменты. То есть вот здесь вращение у них немножко не закончено, еще одна позиция должна была быть. Но не успевали в музыку, предпочли потерять уровень, но не зарабатывать лишнее понижение. Что, в принципе, говорит о том, что ребята учатся и умеют считать уже элементы, умеют считать, что дороже, что лучше сделать, где лучше потерять, где лучше прибавить. Но они сегодня молодцы, они справились, в принципе, с своей произвольной программой. Для юниоров это очень приличный был сегодня прокат. Лина была очень расстроена после короткой программы. Переживала, мы ее все поддерживали, всей командой. И сегодня так выходили, видели, как она настраивалась на этот прокат. Но я в начале репортажа говорю, что она очень большой боец. Она, поэтому она сегодня план свой выполнила, два выброса очень хороших, комбинация прыжков и отличная попытка тройного тулупа. Для юниоров это очень хороший прокат. Как будто бы карьеру заканчиваешь. Ну вот у меня есть результаты, которые они показали в финале юниорского гран-при. Вот там они получили за произвольную программу 106,74 балла. Ну, там, наверное, сложно сравнивать, да, эти оценки, которые были получены на юниорском уровне. И... Да, но там тоже были ошибки, тоже там был прокат не чистый. То есть, два выброса Лина сделала с ошибками. То есть, там было много ошибок мелких таких, которые понизили. Да, 113 баллов. Очень хороший результат. Да, это результат, заслуживающий высочайшего уважения. 113,77 балла. И они с этим результатом сейчас, естественно, будут лидерами, набрав в сумме 172,80. Что, кстати, тоже... Ну, мы знаем, что результаты, показанные на национальных чемпионатах, они, так сказать, не засчитываются, как...